Я в Украине есть членом конституционной комиссии, которая сейчас занимается как раз вопросом Крыма. И сегодня группа, куда входят представители крымских татар, которые, в том числе и представители, которые есть в украинском парламенте, занимаются наработкой текста. И я уверен, в ближайшее время мы этот текст не просто презентуем, а утвердим украинским парламентом и внесем изменения в Конституцию, чтобы мы все, весь мир, и крымские татары, и Украина, и Россия, и все видели, что Крым, тогда, когда он вернется под юрисдикцию фактическую украинского государства, и крымские татары, они будут иметь новую конституцию, над которой мы так долго все вместе работали. Поэтому эту часть работы мы обязательно выполним в кратчайшие сроки, а вопрос, когда же конкретно мы сможем вернуть обратно Крым Украине, мы, я думаю, что все вместе, в том числе с нашими европейскими коллегами, должны над этим постоянно работать.